Всем привет! Сегодня 14 февраля. Это значит, что сегодня день влюбленных. С чем я вас и поздравляю. Любите и будьте всегда любимы. Пускай ваши вторые половинки всегда будут рядом с вами. Вот так вот. Даша приготовила для Алисы такую уже валентинку. Написала «А» и «Д». И вот такая валентиночка. Конфетка. Такая кися. Улыбается котенок. Ну, киндер. И расческа. Та, что мне понравилась. Очень-очень. Вот такое. Маленькие, чисто символические. Ну, как говорится, мелочь, но приятно. Ну и для Даши я тоже взяла вот такую вот конфетку. И вот такую вот расческу. Вот такая расческа в виде утки, гуся или утки, или не знаю. Но она мне тоже очень понравилась. Прикольная такая. Можно зайти? Заходи. Надя, это тебе. Вау, привет! Ничего себе! Олечка, скажи же, спасибо! Пожалуйста, сделай святого Валентина. Это тебе, Даша. И это тебе. Ух ты! Смотри! Вау, какой красивый! Алиса сама выбирала. Это тебе, Даша. Ух ты, а это тебе? Я святого Валентина. Осторожно. Спасибо! Это тоже тебе. Такую красоту Алиса Даша подарила. Заходили, Лена. Такой. С Алисой. Еще денежку положили. Да. Спасибо большое. Фотографии? Да. А, кстати, знаешь, что я знаю? Что типа нельзя фотографии носить в кошельке. Красиво. Ну, я не знаю, говорят, что нельзя. Мыло. Это мыло. Да. Мыло. А вот это что? А, это пенал. Пенал. Я точно. Плохого. Можешь поменять себе на этот. А у тебя какой, я не помню. Что не помню, у тебя пенал. Ну, у меня он блестит с единорогом. А, с единорогом. А вот этот можно поменять. Да, вот сюда, смотри, принципе, все поместится. Да, маленький. Что за фишка нюхать все? Так, а, ну и от меня ж, конечно, тебе конфетка. А. Я тебя люблю. Ты мой маленький пингвинчик. Ну и вот такая вот утка. Расческа. Мне она понравилась. Мне кажется, очень-очень милой. Да, мне тоже. Сразу же причесываешься. Мягенькая, но она удобная. Да. Да. Супер. Я тебя люблю. И я тебя. И папе нашему. 100 поцелуйчиков. Я сегодня с ним разговаривала. Я тоже. Только он мне на уроки позвонил, я ему потом перезвонила. Да. Понятно. Папулечка, мы тебя тоже любим очень-очень. Да. Так, ну что, будем кота чесать, чешу? Да. Давай будем пробовать. Мучить не, мучить мы не будем, но попробуем, бо мы также не попробовали вот эту вот штуку. Чесалку эту шерстяную. Ой, больно. Кот с характером, с конкретным прям. Хоп, стой. Так, не бойся. Боится. Боится? Ой, по-моему, кому-то нравится. Ага, ты вот так парком. Смотри. Фрося уже подошла. Так они, так они уже в водах. Они уже в очередь становятся, чуешь? Фрося, иди и ты. Ох, диви жопу, как выставляю. Это вообще... Ой-ой-ой. Я не поняла. Ой-ой-ой. Диви, он об тебя трёт.
смеется, Даша, это он кайфует от этой штуки. Не? Да. А ну, что там на этой, много остается шерсти? Да, я посмотрю. Так, есть немного. Да. А ну, давай еще его. Ну, вода, по-моему. Заглянь, глянь, глянь, глянь. Да что, она закончится? Глянь, как об тебя трется. О, вот это будешь ты. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ладно, мурчит уже. Слушайте, ну это кот такой с характером. И вот это он прям кайфует. Ой-ой-ой, вот это и вам сегодня день Валентина, да? Да, кошаки. Кошаки. Так он сбежал, я еще за ним бегала. На улицу сбежала. Говорю, Даша убегает. Вся вода закончилась. Да? Быстро вода заканчивается, да? А нет, просто выключилась. Наверное, уже зря. Ну, чешите меня. А-а-а. Нормально так шерсти. Смотри, как снимается. А я, короче, видела, знаешь, что в ТикТоке прикол. Вот так делали, да, потом? Ну, не вот так, а типа собирали шерсть, а потом иголочкой этот... Иголочкой вот так, да? Делали ботиночки им же. Ботиночки. Я видела, что игрушки. Игрушки, да. Дэвид. Кайфуем. О, Джесси. Все нормально. Биби. А в усы тебе торчат. Глянь, да что он кайфует просто. Жопу. Ой, Даша, он сейчас... Ощущение сейчас как сыканет на тебя. Не надо. Давай, пузико. О, ну, давай. Он, наверное, хочет, дай мне расческу, я сам себя чесать буду. Не, спасибо. Давай, пузико, давай. Ой, ну поглади его, че я не знаю. Боже. Глянь, Даша, ну, это вообще... Себе место просто не находит. Да, и лапки ему может. А ну еще так, видишь? Глянь, распластался. Слушайте, ну эффект вообще крутой. Я в шоке, глянь. Боже, як красиво. Це ходить, треться, думаю, а я. Але ж вона паде з ніг. Злоб зібіж, диви. Слушай, я не знаю, вона какая-то чудодейная эта штука, да? Що вони всі так, глянь, кайфують? Так, не треба мені масажирувати. Та все, полягали коти, короче, масаж уже Даші роблять. Хоп-хоп. Угу. Прикольно. Это твое все. Ну, прикольная штука, да? Все, теперь я сделаю из твоей шерсти, короче. Мячик им и будут играться. Смотри, смотри, подожди, не трогай. Фрося уже сама себя готова чесать. Ну-ка, зинь, ну сядь лоськи по пузику, по цей семене. Сядь хоть лоськи, хвоста ей розчеши. Це я бултус. Та все. Ой. Ну все, у нее нечего учесать, это лумина есть. А ну ше ему парком ты. Там уже разряжено лишь, получается. Ну ше хочет рушить. Все уже. Надо зарядить поставить. Поставишь или сейчас. Или же. Ну подави, еще вода закончилась. Да. Есть. Нет. Вода. Ну, треба зарядить. Смотри. Жде. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо пробовать. Смотри сюда. Це одіяло стирали. Піднімись вище, закинь. Та ні, так не вийде. Хотіла показати Крайпса з котом, то він уже одіяло завалив. Где він? Где він? Не знаю. Він же щось вистрибне десь. Ні, там нема, зараз на мене опять под одіяло. Бібі. Десь утік.
Бежит! Он надо. Что ты так разгулялся? За лапуш. Жека, как ох, и чудо. Такие глазища. Давай, дивися, буду ця резуне. О, господи, хоть не вистріб. Очі тупенькі. Боже, вот это він, ой, Веня розгулялся. Веня. Веня, то я боюсь, що на мене зараз стрибне. Сьогодні такий красивий кіт. Нас угостили піцею. Піца від куми. Ти придумала, га? Диви, що вона придумала. Піца від куми. Прикол. Я прикольно так зробила. Ой-ой-ой. Та ще й соусами, глянь. Нічого собі. Ще й соусами. Оце да. Супер. Супер просто. Клас. Спасибо велике.